Всех приветствую на канале Animal Life. Он увидел нечто странное на лапе у щенка, когда он пригляделся. О боже! Мужчина в Гамбии отвез бездомного щенка к ветеринару. Когда ветеринар посмотрел на лапу, то понял, что-то не так. Это были черви. В Гамбии такое случается нередко. Черви обитают под кожей животных. К сожалению, единственный метод от них избавиться – это выдавить их руками. Место, где обитали черви, остается пустым после того, как вы избавляете животное от них. К счастью, собака не была инфицирована, и теперь она в безопасности. Точки по себе безболезненные, в течение недели их не станет. На теле животного поселилось очень много этих червей. Это достаточно неприятный для животного процесс. В итоге собаку избавили от червей и дали необходимые антибиотики. К счастью, она справилась с этими сложностями. Доктор Майкл Мейер из Берлина понял, что это частая проблема для местных животных, и в 2009 году создал там специализированную ветеринарную клинику. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.